Всем привет! В сентябре на турецком телевидении состоится премьера нового турецкого сериала под названием «Сожженная страна». События сериала «Сожженная страна» разворачивается вокруг Керема и Севды. Это история непростой любви, на пути которой молодым влюбленным придется преодолеть большие трудности и решения. И даже пожертвовать свободой. История начинается в Черногории, Монтенегро, где Севда неожиданно подвергается насилию и сталкивается с невиданной несправедливостью. В такой самый страшный момент лишь только Керем встал на защиту молодой девушки и спас Севду от позора и незавидной участи. Однако сам Керем оказался в нелегкой ситуации и попал в руки беззакония. В результате несправедливого обвинения Керем очутился в тюрьме. Прошло время. После освобождения пути Керема и Севды вновь пересеклись. Новая встреча оказалась судьбоносной, так как молодые люди поняли, насколько сильно любят друг друга. Дальнейшая история перемещается в Манису, где Керем и Севда предстоит столкнуться с другой стороной предрассудков и глупых убеждений общества, с устаревшими взглядами и абсурдными убеждениями. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.